Компьютера доллара, если взять старого образца, доллар компьютера, 50 рублевый доллар, развернуть на ту сторону, и я так просто его и скопировал, и все, и больше ничего такого интересного в этом доме нет. Там стоит Капитолий Америки. Мы же цыгане раньше. Мы иногда и гадали, и воровали, курицу там где, и понимаешь, там где, понимаешь, винтить, прокрутить. Ну так что занимается и парламент, и русский, и молдавский, и цыганский, и еврейский, и американский, все это занимаются такая дело. А сейчас мы цыгане стали все соседлами, мы не воруем, мы просто вот так вот. Вот покупаем с одной стороны товар, например, ну вот сейчас как есть мирового масштаба, китайский. Покупаем и продаем его как за германский. Надо, чтобы был подвешен язык.